Приветствую вас на канале «Цвет настроения». Дочь звездных родителей Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета Мария с детства жила в США с бабушкой и дедушкой. И многим может казаться, что девушка, фактически являясь представительницей золотой молодежи, имеет все, что только пожелает. Однако, со слов ее мамы Анжелики Варум, это далеко от истины. Как оказалось, звездные родители никогда не баловали дочь. Они с самого начала решили, что когда наследница подрастет, она должна сама себя содержать, а они ей будут помогать в разумных пределах. На сегодня известно, что 22-летняя Лиза еще со школьных лет занимается музыкой и выступает с собственной рок-группой, которую создала сама. Она сама пишет стихи, играет на гитаре и пианино. Однако пока не может похвастаться популярностью и дает концерты в кафе и клубах. Разумеется, творчество не приносит больших доходов, поэтому Лизе приходится постоянно подрабатывать. А поскольку никакой другой профессии у Лизы нет, ей остается лишь низкоквалифицированный труд. Раньше она совмещала учебу с работой официанткой, позже она устроилась в одну обеспеченную семью домработницей. А не так давно она вместе со своим парнем стала развозить старикам на дом еду. А звездным родителям только остается, чтобы поддерживать стремление дочери к самостоятельности. Недавно дочь артиста похвасталась, что получила американский паспорт и стала полноправной гражданкой США. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!